Грядет страшный день. Миллионы людей покинут свои дома. Небо окрасится в красный цвет. Пророчество Каи де Убер. О французской девочке во многих странах заговорили, когда ей исполнилось всего несколько лет от роду. Практически слепой ребенок со многими сопутствующими генетическими заболеваниями обладал чудесным даром предвидения. Каи де стали называть новой Вангой. Даже появилась информация, что болгарская прорицательница еще при своей жизни упомянула, что ее преемницей станет юная француженка, рожденная уже в следующем веке. Каи де несколько раз приглашали на российское телевидение, после чего она стала известна и в России. Сейчас это 20-летняя девушка, которая продолжает страдать от неизлечимых болезней, но считает их расплатой за полученный свыше дар. Юная ясновидящая периодически впадает в транс, во время которого очень сильно напоминает своим поведением Бабу Вангу. Духовное зрение позволяет видеть ей будущее. Какие же события она видит? Преемница Ванги. Чаще всего Каи де видит катастрофы, катаклизмы, военные конфликты, то есть все то, что связано с огромными разрушениями и человеческими жертвами. Как и к Ванге, к ней приходят люди в черном, которые и являются источниками ее предсказаний. Кто-то может сказать, что девушка получает знания о будущем от темных сил, существ низких миров. Возможно, это так и есть, но ее предсказания сбываются. По мере взросления дар Каи де только возрастает. С каждым годом ей показывают все больше видений, дают много информации о будущем разных стран и известных личностей, которые влияют на мир. Раньше предсказания маленькой девочки были размытые и нечеткие, она просто не могла адекватно их расшифровывать в силу своего юного возраста. Сейчас Каи де активно интересуется политикой и новостями, благодаря чему легко разбирается в своих видениях. Каи де все больше напоминает Вангу. Возможно, она действительно ее преемница. Биографы болгарской прорицательницы приводят вот такие ее слова. «Мой дар перейдет к маленькой слепой девочке из Франции. Она будет не такая, как все. Она особенная. Этот ребенок – чудо. Найдите ее». К сожалению, подтвердить подлинность слов Ванги с точностью до 100% не может никто, нет ни видеозаписей, ни письменных указаний. К тому же после смерти всем известным ясновидящим очень часто приписывают пророчества и предсказания, которые были выдуманы позднее. Поэтому нельзя с точностью утверждать, что Вангу и Каи де связывает что-то большее, чем слепота. Красное зарево. Несколько недель назад французская провидица увидела страшные события, которые произойдут в треугольнике Турция, Сирия, Алжир. Она назвала их «Красное зарево». Случится некая катастрофа, которая заставит миллионы людей покинуть свои дома. Небо окрасится в красный цвет. Это будет первый предвестник беды. Люди будут стремиться уехать в северные регионы, то есть в Европу. Для нее это станет началом конца. Закон и порядок будут попраны, благополучные страны Евросоюза станут напоминать времена Средневековья. Начнется хаос. Европа переполнится беженцами, и уже никто не будет обращать внимания на власть и ее воззвание. Каждый будет стараться только для себя и своих близких. Противозаконные деяния – все это станет обыденностью. В итоге Европа погрузится во мрак. А вы что думаете об этом? Напишите в комментариях. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.